Здравствуйте, перед вами будет выступать Воронцов Александр Викторович, город Черемхово, Иркутская область, с песней о том, почему мы одинокими бываем. Ну, то есть ответ очень простой, то есть человек просто не хочет сам этого любви, искать кого-то там. То есть какие-то сравнения делать негативные с прошлыми там товарищами, со своими, с будущим там. Какой-то негатив, а вот вдруг он окажется таким-сяким, ну, в общем, не надо это ничего, если хочешь полюбить человека, найти, то есть надо отдаться только этим чувствам, ничему кроме, а дальше уже там время покажет. Ну, там, может, параметры какие-то, ваши собственные амбиции не подходят, там, ну, вот это надо все вычеркнуть, там, тогда будет проще. Ну и делать самим первым, наверное, шаг навстречу, пробовать, пытаться где-то познакомиться, улыбнуться, подмигнуть, ну и так далее. Не надо этого бояться. Я знаю, почему ты одна, я знаю, почему я один, а просто есть причина всегда. Подумай, ты сама посуди, ну что тебе препятствует, что? Да завтра, если хочешь, найдешь. Конечно, если он подойдет. Конечно, если ты подмигнешь. А там будет то, что будет поначалу. Только страшно, а потом легко и просто. Разбутариться лишь надо, и растает сердце льдинка. Вот и вся твоя проблема лично. Я боюсь красивых, подмигнула бы, конечно. А как иначе хочешь, а как? А по-другому все бесполезно. Не будем мы с тобою одни. И в голове у нас вечно если. Но может еще кабы, а вдруг. А может еще что-то иное. А может просто незачем нам. А если ты готова, то впору. А там будет то, что будет поначалу. Только страшно, а потом легко и просто. Разгутариться лишь надо, и растает в сердце льдинка. Вот и вся твоя проблема личная. Боюсь красивых, подмигнула бы, конечно. Я знаю, почему ты одна. Я знаю, почему я один. А просто есть причина всегда. Подумай, ты сама посуди. Ну что тебе препятствует, что? Да завтра, если хочешь, найдешь. Конечно, если он подойдет. Конечно, если ты подмигнешь. А там будет то, что будет поначалу. Только страшно, а потом легко и просто. Разгутариться лишь надо, и растает сердце льдинка. Вот и вся твоя проблема лично. Я боюсь красивых, подмигнула бы, конечно. Ну и твоя, и моя, естественно. Спасибо, проблема я имею в виду.